создана для продолжения рода. Такая жизнь не для меня. Тогда в чем твое предназначение? Она исполнит Божью волю. Почему ей не последовать за ним? Люди осудят нас. Люди должны подняться с колен. Не думала, что мы станем воинами. Каково это чувствовать, что ты вместе с Богом? Никто раньше не задавал мне этот вопрос. Ты любишь моего сына, не так ли? Готовь себя. К чему? Потерять его. Он пророк дьявола! Царство Божие! Нельзя ни купить, ни продать! Что бы ни случилось, теперь на то воля Божья. Ты мой свидетель. Я буду с тобой до конца. Больше никогда не говори от его имени. Я не стану молчать. И буду услышана. Мария Магдалина.